Ой, еще снег не хватало. Где белая падает еще? Вот, снег, как тоже еще. О, снег. Это ты накаркал. Здесь снег пошел. Нет, ты накаркал просто. Снег пошел. Накаркал ты. Снимай. 29 апреля снег пошел. Нормально. 29 апреля у нас пошел снег. Всем привет, с вами канал Артмания. И мы снова гуляем. Это у нас автовокзал. Ага, как вчера. Автовокзал наш. Центральный. А представляешь, выпадет опять сегодня. Спасибо. Класс. Не надо мне снега, и так холодно. А, тут, кстати, я тоже могу посмотреть кофточку уже. Планета одежды. Тут у нас фикс прайс. Надо или может на тренировку пойти? Нет. Мне вообще говорят. Я быстро. Тебе показать детал спокойно? Зачем? Надо говорить. 100 рублей, 2 доллара. А что, оно все? Что оно не летает еще? А, это надо денежку положить. Потом ловить, да? Летать будет, что ли? А как ее? Ну, нажми вот туда. Это вот так вот ловить, что ли, ее? А, это ловишь еще? Ловить надо, да. Ничего себе. А, то есть ты туда опускаешь что-то, что ты ловишь? Давай поместить руку в отверстие. А. Доступак, нет, именно. Объем аттракциона. Подвигайте рукой, убедитесь, что конструкция аттракциона обеспечивает достаточную свободу для захвата выполнения. Стоимость сеанса 50 рублей 10 секунд. Ни хрена себе, 100 рублей 20 секунд. Вот попробуй поймай. А 1000 рублей 100 секунд. А, ну вот они... Какую 1000? 5000 рублей 100 секунд. Что, а 1000 рублей 200 секунд. Ты замучаешься ловить. Еще видишь, так далеко достать. Ну-ка, засунь еще раз руку. Засунь. И все? Ну там даже там и не поймаешь. Один вон, смотри, полтинник куда. Я бы, знаешь, доллар поймал бы. Или вот тут еще если он 50 рублей сделал. Ну вот 1000 положи туда. 1000 положи туда и лови ее потом. Пойдем, ладно. Что твоя попа всегда здесь мелькает. Ну потом на озеро сходим с тобой. Давай. Или как? Ну давай, да, сходим. Давай посмотрим. Вроде так тепло. Антон Овсиенко. Овсиенко. Улица у нас. Здесь подвал. Раньше там люди картошку хранили. А сейчас? Давали тебе квартиру, а квартиру как бы продавался в подвал. А я думал, покупали отдельно. Кому да, надо, не надо. Картошку можно хранить. Там. Ничего не надо. Ну да, у нас у мамы за домом тоже такое еще. Лестница. Ну да, мне кажется, сейчас никто уже особо этим не занимается. Называется погреб. Погреб, да. Ты говоришь подвал, я думаю, какой подвал. Я стал забывать, как подвал. Сейчас у нас только подземные гаражи, да? Парень уже аж задыхается. Ну что, подождем? Вот она еще не зеркало. Ну, давай, не зеленее, больно. Вот так, вот так. А. Стоять на середине. Зебра. Светофоры зебра? Что-то ты прям такими словами заговорил. Без светофора зебра.
гоняли, да, с папой ходили. Да, я был. Назывался такой. А ты что делал там? Ты же в игры не играешь. Я помню, папа меня прям водил, я там диски меняла. Там книжный рынок, что ли, назывался. Там книги продавали. Книги там перед 1 сентября мы тоже продавали. По-моему. И диски покупался. Учебники там продавали. А сейчас он там пустует. А, ну, сейчас мы, в принципе, там пойдем. Еще раз. Вот ипподром. Я там еще видеокассеты ее покупал. Ипподром? Да, еще в 99-м году. В 99-м, даже в 2000-м. Потом в нижний рынок сюда переехал. А, он приехал? А это... Я не помню, в каком году это было. 2000-е, наверное, что ли, да? Он в 2001-м сюда приехал. А, в 2001-м? Ну, вот так, да. Потому что в 2000-м я еще на ипподром ездил. А, ну, значит, я где-то в 2005-м закончила школу. По-моему, я еще в школе учился, играла в игры. Еще папа приезжал. А, там, видишь, он пустой совсем. Видеокассеты, да, по-моему. Ну, там по-разному. Они рублей 20-25. А я не помню даже сколько. Я помню, мне папа деньги давал. Я с диски, которые уже поиграла игры. А, ну да. Их отдавал, меняла, да. Поменять только можно было. И помню, он там по своим делам пошел. Игры, а я свои. Ну, ты не любил. А я любила. Ну, с этим Сашкой я ходил. Много переиграла, наверное. Который там живет. С чудаковатый был. Он когда соседи там знакомился на рынке. Меня Саша зовут, там все, меня Санек зовут. Я помню, у нас общие друзья были, стримачили с ним ездить. Чудаковатый. Ну вот, а ему обидно было. Да он как-то. Ну все равно как-то. Когда с тобой не друг, наверное, обидно. Мы не говорили, что с ним прет. Мы как-то старались вроде отмазать. Да я ездил. Так, парень хороший. Я помню, студентом был. Денег нет. Все, что бывает, там, потрачу все. Вообще нет, даже не иду. Ему звонил. Он мне, помню, все варенье привозил с булки. Вот так булку отрежь, варенье намажь, поешь, классно. Поешь. Он и ночевал у меня тоже, оставался в той квартире. Вот, где пиво, помню, пили. А, сейчас на день рождения было. Приезжал, пил. Не помещается. Но кадр. Самарский государственный социально-педагогический университет. Окна какие интересные. А там вообще он ступенькой. А ты где идешь-то? Ползешь что-то еле. Деньги что ли опять нашел? А что ползешь? А? Куда? 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 Зачем? На камеру заснять. Хорошо. Красиво. А чем мы с тобой тогда ходили туда? Ну, на озеро. На озеро. Уже листочки появляются, елочки там. Что там, какое дерево. А, упало. Смотри, какое оно длинное, Жень. Упало там. Какое длиннющее.
ты его раскапываешь, как будто. Засратый? Слушай, а мы были, оно было нормальным, да? Ёлочки. Корпусы длинные. Запах стоит ароматный очень. А вот, кстати. Да, засратая. Да, люди же у нас по-другому не могут. Как же, надо все засрать. Ой, какая тут ива. Смотри, какая ива плакучая, классная. Еще такие листочки у нее маленькие. Смотри, но он уже не действующий. Тут, кстати, дом. Это был долгостроем, был очень-очень долго строился. И вот оно у нас озеро. Ну да, конечно, его загадили. Его бы почистили, как это, за плановым институтом, помнишь? Там изначально было болото маленькое, метра полтора на полтора. Еще я была ребенком. А потом оно выросло вот примерно до таких же размеров, даже побольше, да, оно, Жень, было? Болото. Побольше? А, побольше, да, оно прям выросло и дошло прям до пятиэтажек, от пятиэтажки буквально метр был до нее. И она все шла, больше и больше становилась. И сейчас там сделали очень красиво, надо будет тоже туда съездить. Сейчас отплывем оттуда. А? Сейчас отплывем оттуда. Не, плановый институт. А, туда тоже? А я думала, далеко находится. Далеко. А-а-а. Давай сейчас вернемся. Что, нет там телескопа? Тут уже покрасили, как то здание. Тут... А тут что, художественная школа, что ли, была? Тыква лежит там. Кирпичи. А кому надо кирпичи? Можно взять тут. Наверное. Там дорога. Тут асфальт. А помнишь, тут мы видели, в асфальте одуванчик вырос? Помнишь? Тут мы видели, я помню. Такое что-то заброшенное. Похожее. Как заброшенный город. Как в Чернобыле. Тоже там все заброшенное. Деревья растут. Из-под асфальта. Медленно мы переходим на улочку. Футбол играет. А там садик. Раньше такие садики были, помнишь?
красивые такие корпуса необыкновенные. Плиточка, красный кирпичик, двухэтажная. И тут садик, наверное. О, какие красивые. Смотри, там какие-то окошки. Какие-то окошки тут. Чей-то садик, наверное. Мы садик уже видели. Ну, тут тоже, смотрю, он маленький. Блюхера 27. Это, может быть, ясли? Ясли, наверное, поменьше садика. Или, может быть, он выходит, наверное, туда. Какой симпатичный, смотри, садик. Да? Такие елочки. Правда, конечно, около дороги находится. Такой как раз садик 70-х годов, а то может и побольше. Тут, наверное, посовременнее. Крюколка. О, машина старая стоит. И почему их только не увозят, эти машины старые? Уж ее там разобрали. Кто-то ее он бросил. Все. Ай! У нас так в соседнем дворе иномарка стояла. Много лет простояла. Уже колеса сдутые. Она все стоит. А потом исчезла. Видать, может, хозяин вспомнил про нее. Иномарка такая хорошенькая была. Оп, мы тут велосипед приделали. Круто, как будто висит на воздухе. А, вот здесь что Сашка живет, да? Что-то я забыла. А ты ему куда, в домофон будешь звонить? А? Ну ты ему в домофон тогда позвони. А еще есть у нас в Самаре вот такие дворы. Где дом, присадник, дорожка. И дорожка, то есть к дороге. И тут с этой стороны также. А детская площадка подальше немножко. Не знаю, как удобно. Однажды эти полисадники займут также машину. И все. То деревья. Бугорки. Дерево, да. Куда? Сюда? А вон там тоже лавочка. Ну как-то возле подъезда люди будут бояться заходить.